Ладно, я его в лес возьму. Ты чё? Кресне он трупом будет. Все просто-напросто. Труп будет. Потому что мне же надо работать и так далее. А я его, если оставлю, а у меня там же ни печки, ничего. Это нора обыкновенная нора. Ударяет температура. Она, ну не дай бог. Я не говорю там какая температура. Но там печки нет, ничего там нет. Ну он, короче, скорежится еще. А что я на него смерть этого носить должен? У меня в природе, как бы сказать, жестокость. У меня ласки нет в природе. У меня только жестокость, особенно в мороз. А даже летом. Летом жара, комары, клещи. Это мне, между прочим, вот лето — это самая жестокая пора, а зима — это для меня легкая, а вот лето для меня — это жара, вот это москиты, комары, клещи, они, вот эти мошки еще всякое, это очень противно. Пускай мне 40-60 градусов мороза я вытерплю, но вот эту мошкару, вот эту комаров, жару я не могу терпеть. Я просто погибаю. Я вот как рыба короче на сушу выкинута. Ей глоток надо хватануть, она вот, ей надо воды, воду, а вот у меня точно как у рыбы.